Бердские велосипедисты выступили в первенстве России по велоспорту на треке. Соревнования прошли в минувшие выходные в Омске. В парных гонках соревновались трое бердчан. За ними четвертое и восьмое место. Наши ребята, то есть Боков, Илья, Игнефкин, Артем, это была наша первая пара, они заняли четвертое место. Мы попали в финал, и в финале, проиграли мы. Мы заняли четвертое место. То есть был финал первое, второе место, это ехали Амичи и Челябинск ехал, и мы ехали Новосибирск, со второй парой Амичей мы ехали. Пара у нас была сборная, парень из Новосибирска был, и наш Лучников Егор, он младшим годом ехал, получается, он самый младший был, то есть мы его взяли как для повышения опыта. Вот, они заняли восьмое место. Мы как бы первый раз, практически это был такой дебют у наших ребят, это первая гонка у них вообще была такого масштаба, как бы на треке. То есть мы практически первые, кто вот с Новосибирска, были открывателями этой дисциплины. Ребята, я считаю, справились на твердую, как бы,